недорогой. Тебе надо оператор? Надо. Мне. Тебе надо? Мне не платят. Ладно, давай в другой раз. Еще подсобираешь. Ты что, уже снимаешь? Да. Ты что, посмотри, кролики подешевели, елки ты палки. Черепенево глаз. О, так тут только за глаза 1000 гривен. А еще продаю? И этот, как это, ценный мех там у него. Таки примеришь? Что сразу примерю? Отрублю. Короче, друзья, всем привет, с вами Дениска Либован. Привет, мои хорошие. Эх, ты, друзья. Ага-га, коня там. Ты шо топорик, ты шо рога? Что ты лишь примеришь? Я говорю, ты меня примеришь? Уже, куда? Да что ты, куда ты мне их пихаешь, елки ты палки? Уже угомонится. Она как видит рога, просто, у нее сразу, они короче. Они красивые, посмотри какие. С такими скобочками. Так это рога твоего бывшего, елки ты палки, да. У меня не было бывшего, Сережа. Я сразу тогда влюбилась. Тогда и мне не примеряй, елки ты палки. Короче, друзьяки, как вы уже поняли. Всем привет. Мы находимся на барахолке. Да я уже здоровался, все нормально. Короче, день шикарный в Одессе, маме. Таки полный порядок. У нас как это событие здесь на Молдаванке случилось. Угу. А я тебе говорил, давай снимать видеозастройку, людям пригодится. Короче, мы начали там снимать видеозастройку, плейлист образовался, там показали там пол, паркет, электрика. И на Молдаваночке быстренько коллектив собрался и решил, давай мы здесь тоже паркет постелим. Короче, оператор, иди сюда, смотри, здесь уже эту половину заасфальтировали, ты понимаешь? Ты думаешь? А что я... Кажется, там и я не думаю, я уверен, посмотри. А здесь паркет, подготовительные, да? Работы. Слава, паркет, ешкин ты кот, чтобы ты был здоров. И сюда добрался. Угу. Короче, на что не хватит паркета, мы ламинат одолжим, у нас остался. А? И плитка есть. Ох, какие статуэтки, елки ты палки. Катюня. Сейчас. А ну сделай, что? Давай, давай. А ну сделай. Давай, что? Сделай Лоре приятно в Америку. Скинь видос. Для Наташи. И для Наташи, и для Лоры скинь, что у них там такого в Америке такого нет, даже в самых богатых домах, елки-палки. Там надо в дом заходить, да? Ходить, смотреть, там, здоровкаться. Тут подошел, сразу все лежит на улице. Эх ты! Смотри, какой! О, я первый раз такого вижу. Гена, это что, Хонгильдон или Бельмондо? Бельмондо китайский. Очень красивый. Ты что, оригинальный? Здрасте вам, до свидания. Все, спасибо, смотрите на здоровье. Так и для вас снимаем. Спасибо. Спасибо. Сынок, давай мы тебя здесь оставим, ты поторгуйся тут аккуратненько. А? Может, заработаешь что-то? Что-то заработаешь? А мы пойдем дальше. Катюня, снимай внимательно, может, кому-то что-то пригодится, ты понял? Обалдеть, чуть было не было. Смотри. А вот эта вот карета с часами, это ж прямо какой-то... Пипец, как красиво. Марат, а что это пепельница немецкая? Ну, у тебя нет. Есть такая, то, конечно, это не пепельница, это открывашка немецкая. А пепельницы, Марат Джан, смотри, какие хочешь. Я думал, что всего две те, что я купил, но нет. А мне вот, наверное, вот эти штучки нужны. Какой? А сапог тебе не надо? Нет, сапог мне чего не надо. Ты? А зачем мне сапог? Вот ну, эта штучка мне счастье. Надо. Вот я на стены повешу. Какая? Так, свечечки поставлю. Папа! И буду... Канделябрик? Да. Со свечками? А это парные, получается? Да. Одна парная раздвигается. На стенку стоит. Ага, елки-палки. Сколько? Слышишь, стоит? А что на стенку? А если их пожениться этой штукой, то у тебя люстра получится. Да. Правильно? Здесь проволочкой связал аккуратненько. Нет, шурупчиком Сереженька, просверлил. Какая люстра? Ты не вот понимаешь. Это... Я все понимаю. Только знаешь, как говорят, не надо изобретать велосипед. Его до тебя изобрели. Да не надо умничать, когда из меня фантазия прет. Посмотри. Ты где такую люстру видела? Со свечами. И что почем, даже не буду спрашивать. Очень дорого, да? 2000. Каждая? Короче, за 3-2 можно забрать, да? За 3,5 можно. И что, оператор? Я сейчас пойду покажу. Братик, откуда гроши? У нас стройка, елки-палки. А возьмите ламинатом, у нас есть. А чего вот это зелененькое, что это такое? Это медь, эффект старения. Катюня, смотри, какая баба-женщина интересная. А? Баба-женщина интересная. Да. Это что, все камень мраморный? Да. Ё-моё. Слышь, на удачу не труд ей здесь? Да, Сережа, это плитку ну, раньше клали и такую вот панно вешали ванной. Какой ванной? Да ванной просто себе. Это да, для туалета ванной. А ты фу, а я думал, что с музея где-то приехала. Не, ну, ты что? Это будет музейный экспонат.
Ага. Можно так, мы уже пойдем? Я уже хочу идти. Тут такой, слушай, барахолка вообще такая удивительная вещь, что не надо торопиться, надо смотреть. Смотри, что это за фалос страшный такой? Гавкает, блин, елки-палки, а? Елисей, тебе нельзя, это для взрослых. Да это рух. А, какой-то. Это рух какой-то. Это рух оленя, да. Ты что, а я думал, что из какого-то племя, понял? Это рух оленя. Баб пугать, чтобы не изменяли. Ага. Да я вижу, а, именно глаза в глазах? Вот, Катюша, тебе видно? Ой, Сережа, я такое не люблю. Можно я уже пойду наслаждаться? Так зачем ты это снимаешь? Созидать. Иди, понимаешь? Наслаждайся. Пошли. Смотри. Ух ты, вот это интересно. Штамп, чмяк. Одесский Липован, надо сделать такое. Нет, тут уже Одесское железнодорожное училище, до меня постарались. Но если переделать, угу, и на карасе вот так вот раз, мукой штамповать, супер, было, угу, бы красиво. Первый, согласна, раз такое вижу. Еще штучка приятная. Да, опача. Зафиксировал. Все, братья, хороших продаж. Спасибо. Мы ненадолго, да. Пойдем еще где-то погуляем. Не, мы еще придем за эти штуки торговаться. За какие? А вот за эти вот. Свечи-канделябры? Ребята, напишите в комментариях, что оно и не надо за такие деньги. Это я вас умоляю. Как все? Ну, не все. У нас ремонт, я тебе напомню. Вот там вот надо сейчас там. Это ты мне рассказываешь? Штукатур. Это ты мне рассказываешь? Ну, я тебе сегодня всю дорогу рассказывала, пока ехала. Что это за дела такие? Это что, набор для оружейника? Да, это чистый. Класс. Тебе не надо, Сережка. Ну да, у меня же нет ружья. Let's go. Елисей, пойдем. Елисей, пошли дальше. Идем, я тебе куклу покажу красивую. А вот, любую. Смотри. Здравствуйте. Здрасте. Да ты ж серьезно? Да мы уже 8 месяцев как родились. Слава Богу. У вас уже почти платья в наш размер висят. Да. Катюша. Вы искали чашки. Моя чашка вам не подойдет. Когда-то видела, вы рассматривали чашки. А ну идем, там, кажется, одна есть. Что, Сонечка? Я хотела вот... Берите, посмотрите. Ты только не торопись, запомни, что ты еще снимаешь людям. Может, кому-то что-то пригодится. Хорошо, Сереженька, хорошо. Нам-то что, оно раз-два и такое. А людям... Здрасте, здрасте, здрасте. Да? Я вас и в Америку переслала. Все я правильно. Забей Липован, и он тебе... И получаю выйдет удовольствие, да. И он тебе выйдет. Катюня, посмотри, скажи мне. Не, я китайскую не хочу. Да ты ж... А где блюдечко от нее? Нет, да вы шо? Посмотри пока тут. Ёшкин ты кот, блин. Катюня. Сережа, ну оно может быть еще и с этим подойдет. Ну с этим подойдет. Не, Сережа. Ну просто ну, она-то ну, ладно, да, она прозрачная, прямо бумага разбила, папиросная. Дома, ты что? Это как вот та твоя дорогая, поняла? Угу. Может мне без блюдца хотя бы возьмем? Не, не надо, Сережа. Не будь, вот так они были. А вот ту вот покажи. Какую? Кайзер немецкий, без ошибок написано правильно. Что, да, и то. Симпатичная. Вот это я из-за этого, я видела она когда-то. А блюдечко глубокое для кумыса специально? Как раз я под твои. Я смеяться должна? А чего здесь смеяться? Я что, пошутил или что? Глубина. Угу. Удобная, понимаешь? Раньше так пили чай. Сколько да стоит чашечка? И кумыс. Я услышала. Если я молчу, то не значит, что... как это? Вот лошадка перестала на своих реагировать. Ну ладно. Сколько денег? 350. И бусы в подарок. Какие бусы? И бусы. А у тебя? А то ебусы, они простые ебусы. Нормально? А ему главное, что в подарок. Но зато красивые, да. Раритет. Ох ты шо. Косоглазенькая или это так должно у нее быть? Это такие. А, я понял. Это, короче, туда же, Марату в коллекцию. Вот что, котенок вот тут у Ани есть? С глазками интересными. И кукла такая же. А насколько она древняя? Катюня, у нее что, у Буратино деревянные ноги? Это что, геть старая? Давайте, проходите аккуратненько. Сын брал на аукционе где-то 70-го года. Ну, они коллекционные, конечно, да. Но не трусы совсем... чистые, нормально. А ты только трусы, это ты сам определяешь. Не, очень красивые. Обалдеть, ну просто обалдеть. Выпускница. Ага. Школьница. Школьница, выпускница. В таких тапочках интересных. Своё родное.
А мы когда-то с тобой здесь буратино покупали, помнишь? Да, да, помню. А надо было куклы покупать. А эти сейчас женщине понравились, да? Ох ты шо, уматовые два. Да, эти ума. Ты и Марат. Шлёцары и шлёмы, да. Вот это Марат, а это ты. Да я ж курить бросил, что ты из меня делаешь. Да, мой хороший. Ну отстала, чтобы не слазила. Так, тримайте. Что, у вас там торговля, а мы пошли потихонечку еще увидимся. Все нормально, Сережа, рада видеть вас. И мы вас очень-очень. В Америку закинули. Це? Я это в Австралии и да куда угодно. Елисей? А где он твой Елисей? Елисей, пошли. Я хочу туда все-таки, наверное. Куда? Туда. Так идем туда. Пошли. Тут же асфальт нам постелили. Так мы теперь будем ходить по хорошей дороге. Пошли. Здоровья всем. Спасибо, скажи, спасибо. Мне, а ты там смотрел солдатов, не? Тебе не... Вон, у тети. Здрасте, здрасте. Вы что, прямо тут вяжете, прямо здесь потом и... Он все сделает. И продаете. Ой, молодцы вы какие, чтобы у вас ручки не болели. Молодцы. Тебе нечего перевязать? Я голубое увидела, ты ж понимаешь. А, вот, елки ты палки. Вот это вот она, на вот эти тарелки, как сорок она блестящая. Ну, что-то вот мне последнее время тянет на голубое такое. Что это, гжель? Нет, это Англия. Ага. Вот больше умничать не буду тут. Вот этот Винтерлинг. Катюша? Винтерлинг что-то. Вот это Винтерлинг, все. Ты поняла? Вот это, да? А я думал Армани, или как это? Версачи. Версачи, Версачи. Блин, точно что? Кулечки, пакеты Камора. Почти рядом. Очень. О, смотри, какая ложечка. Ох, красивая. Зачем мне сумка нужна? Спасибо огромное. Спасибо. За экскурсию. Погнали. Слушай, я же хотел сказать. Скажи, нам надо срочно маленькая чашечка, которую вчера Миланя разбила Алине из набора. Я ее даже сфотографировал днище. Да? Да. Ну, ты поняла, но в такие наборы в железные я входит. Я поняла, да. Елисеюшка, ты идешь? Давай, солнышко. Елисеюшка, сигареты не надо покупать. Барахолка ульем гудит. Много здесь хорошего всего. Тетя, сколько стоит ваш прикид? А сколько вы хотите за него? Ты не знаешь, куда тебе пройти? Нет, я теперь задался целью. Найти чашечку? Маленькую чашечку найти, да. Елисей. Смотри. Ты хотел посмотреть. О, смотри, аж ломанулся, елки. Ничего не трогать. Он аж... Ребенок Лего увидел, аж побежал. Но это не Лего, это просто такое все подряд. Подождем, да. Сынок, ты видишь? Тут все, что хочешь, елки-палки. Карбюраторы, головки, цилиндры, компьютеры, игры, обувь. Все, что хочешь. Я вот туда пошла, вот там какие-то посуды. Так красивые, идем, сейчас ты туда сходишь, пошли. Да. Куда ты хочешь, на статую? Ну, вон там, да, где блестит. Спасибо. Смотри, у тебя не такой вот с трубкой, как он там сидит, чудак. Кто, где? А вон. Нет. То, что Лора прислала? Да. Нет, то другой. Ох, какая. А сейчас Лора смотрит и дико кувыркается. Или ты понял, что там она... коньячки или что-то такое красивое. Какие? Большие, маленькие? Да, вот это что? Или у тебя огромная, это... здоровая? Вот две? Огромная, здоровая, да. Вот это. Это какие-то вазы под подснежники. Красивая. Согласен. Причем даже не знаю, что красивее. Вот это красивое. Это красиво, да. А в какую... Сколько стоит? 1000 гривен. Ага. А вот те вот вазочки, вот как на коньячке. Коньячницы эти? Это вообще вазочки немецкие. Ага. Это 500, та 800. Ага. Красиво. Красиво. Они очень красивые. Ну, вы можете, конечно, туда и коньяк. Не, мы знаем того, кто туда может. Марат, давай возвращайся, тара есть.
И коньячок найдем. Ох, штаны хорошие, интересные, симпатичные. Да-да, я вижу. Лежат такие. Какую цену у вас? 100 гривен. 100 гривен? За две. А, три надо, елки-палки. Надо еще туда ходить шукать. Сереж, так, Сереж, а где твой наш сын? А, вот это он. Слышь, а я думал, что он продает что-то. Смотри. Вот скажи, вот оно ему надо? Ну вот все у человека есть. Но барахолка вот выглядит именно так. Тебе ничего не надо, но ты все хочешь. А хотя бы поталапаться, а кому-то поговорить, а кому-то послушать. Да и просто полюбоваться. Ну это что это, блин? Ну это же, как это? Это сердце Одессы, понимаешь? Вот этот вот весь движ, это именно кровь, которая течет по венам. Посмотри, туда артерия, сюда артерия. Мамочка, чтобы вы нам были здоровы и всегда вот так вот сердце билось, ага. Миланька, ты проснулась? Смотри, ты уже на барахолочке. Катюня? Идем этот. По традиции зайдем в любой дворик. А где Елисейка, надо сказать, что мы зашли сюда, да? Этот меряет. Противогаз. Покажем, смотри, тебе старая Одесса во всей красе. Елки ты палки. Арки древние, виноград хороший. А тишина какая прямо романтическая. О, похоже на веранду, как я вырос. У нас тоже такая маленькая веранда выходила на маленький двор улицы. Ага. Смотри, ты шо? Мелания, мы тебя назад в будущее только что прокатили. А что тут под чехлом стоит? Машинка, наверное, Запорожец. По-любому какой-то. А еще была инвалидка такая, знаешь, жабка. Сколько вас тут? Ты моя принцесса. Так как в любом нормальном одесском дворике. Смотри, такая красивая. Целая куча и еще чуть-чуть. Да, это именно старая Одесса. Вот эти вот окошки. Серая штукатурка. Пошли, пока наш сын там что-то не прикупил себе место на барахолке. И будет стоять торговать теперь все время. Вот же барахольчик, слышишь? Он еще больше, чем я и ты. Ну так а что ты думаешь? От двоих нас взял и... Конечно. Я представляю, что будет с его детьми. Ха. Если еще барахолки сохранятся к тому времени. Да сохранятся, ты что это? Это на века. Да без барахолки Одесса не Одесса, ёлки-то кот. Да? Миланька, ну скажи, папа дело говорит? Ага. Пойдем. Барахолка ульем гудит, много здесь хорошего всего. Тетя, сколько стоит ваш прикид? А сколько вы дадите за него? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Слышишь? Что-то с матюками нашел. Чем с матюками? Ну, японская. Госи. Сю пися. Сюй даунин. Цвё цюнцайн. Дуньхунь. Пошли. Юнь дзюнь чинь лен. Короче, я уже почти выучил. А чье это? Не знаю. Кто книгу потерял? А вот, наверное, мужчина. Да, там аккуратненько лежало. Я спасибо вам японский почти выучил. Суй, плюй там все. Это ваше, да, наверное? Ага. Он на Китай. А, извини. А что, я не по-китайски раз сказал? Это пусть они там думают. Катя, тебе надо были баночки, ты мне сегодня всю голову на мне сделала. А-а-а. Что я все банки из дома выкинул, ей не было во что ребенку пюре взять. Давай договорюсь. Не надо, Сережа, не чего надо ты? Просто выкидывать. Пюре. Срочно. Ага. Вот мы вам продадим маленькая баночка для пюре. Скажи мне, тебе чесалку или каталку, что тебе подарить? Вот ногой вот так вот. Ногой? А, ногой в это время так вот за головой там, короче. Нормально? Отлично. Красота. Не, а потом бздынь. Чтоб не, надолго не отъезжала, короче. Вернись в семью. У-у-у, Катюша. У тебя был такой? Конечно, был. Так может это твой? Может. Ты же не знаешь, где он гуляет по Одессе? Не, у моей мамы до сих пор он есть. А-а-а.
У него все под контролем, жестким. Лопатки хорошие. Ну, возьми себе. Марат. Ну, конечно, хорошая. Микрофон. Хорош. Миллион, миллион, миллион. Микрофон. А ложка тебе такая не нужна? Смотри. Это белье вываривать. Это учебные палочки для суши? Нет. Да. Да знаю, знаю. Я туда еще аэлиты накидал. А ты? Белизна. И я. И горячая достаешь и через машинку так пропускаешь. А почем это недорого у вас стоит? Почем палочки для суши? Закрой, Милане, крышку. Это полтинник. Это для белья. Я понял. За 30 договоримся? 40 и договорились. А он еще ложку возьмет. На эти деньги? Катюня, одолжи 20-ку. Не хочу крупные трогать. А у меня нет, Сереж. Ну, мелких я имею в виду. Ты даже ребенок расстраивается, когда ты такое говоришь, что у тебя денег нет. У тебя же там соточка есть, вот и ложка тебе не нужна, да? Да нет, ложки у меня есть. Я думал, без дачи, что-то... Елисей, одолжи папе деньги. Что ты тоже там тратит, покупает? Вот угорелый. А ты что думаешь? Ну, точно так же, как ты и ты. Пошукай 20 дней. Чем изделием. Она же как изделие. Это вещь. Нет, это что-то дешево. Это только 100. Хорошо, и та за 40. Хорошо. 120 за все тогда получается, правильно? Хорошо, бери. Все. Все. Мне главное поторговаться, да. Это ж, может, она мне не пригодится, но пусть будет. Ну, это все. Хотите, вещь полезная в тебе. Ай, котлеты паровые? Или рыбу. Или рыбу можно там себе парить, что угодно. А с другой стороны. Угу. У тебя идея? У меня постоянная идея. Это что-то еще для самурая подойдет. Какого самурая, Сереж? У самурая, знаешь, такие были там? Щитки. Эх ты, это не про тебя. Хороший вентилятор. Слышишь, а если на голову одеть, так еще у кого-то там... А что, извинять будет? На свадьбу. Не, классная вещь. Первый раз такое вижу. Вот это подфартило. Иди... там, сына своего забирать. Сына надо забрать. Да, она мне надо, пусть получает удовольствие. Пока деньги есть. Елисеюшка, ты уже скупился? Я не могу у него брать деньги. Он без родителей, как это? Мы ему разрешаем. Чтобы он вам их отдал. Он телефон пытается купить. Это массажер для рук. Экспандер скажите, называется. Скажите, я пойду сегодня люстры смотреть, а? Блин, хороший. И 60 копеек. Одолжи 60 копеек. Одолжу тебе, скажи мне. Что ты хочешь с этими люстрами? А вон еще одна такая штучка, тебе не нужна вторая? Какая? А вот как ты только что нашел. Шо-шо? Вот это? Нет, это ледница. А вон такая же, вон как это. А, вот это? Да. Блин. А что ж я одна в Одессе, одна в Одессе? Нет, это не полноценная, Катюша, это пусть там полежит. Слушай, это картофелемялка вечная, неубиваемая. Шумовочки. Слышь, одно удобство. А вон мужчина в клетчатой рубашке. Катюня, а. Часы. Карманные. Чпок. Дуешь сюда, и там время показывает. Катюша, я перестану с вами так шутить. Это от кофемолки. Или перцедралки, что-то такое. Нет, от перца. Елисей, и что ты там выкупил? Катюня. А. Смотри, что я увидел. Что? Вот это было у меня. Что? Лампа вот такая. Да, Елисей? USB Wi-Fi, чтобы ты понимал, понял? Новые технологии. Класс. С каким? Ты что, телефон купил? Нет, еще пока не. А. Я понял. Отдай его дяде, он тебе не надо. Нет, купи себе что-нибудь другое, немножко полезнее, да. Вот противогаз, газ хороший, да. Елисейка, третья покупка точно удастся. Первая была сигарета. Хорошо, я понял. Спасибо большое. Первую сигарету купил. Вернул, мама отправила возвращать. Там они продаются. Ага. Пусть продаются, то не для тебя. Первая. Вторая что? Телефон. Ага.
Все, ищем третью, сынок. Вы продаете такое? А это у нас яйца полуваренные? Да. Можно яйца варить. Белок, желток, белок, желток, белок, желток. А что это? Наверное, да. Это вообще-то как панкейки. А, панкейки делают. Да. А, горячие хочу еще, только с торговли. Да. Елисейка. Ты что, бери, крути, готовы и работай. Тебе уличный фонарь не нужен? Какой? А, вот это? А что, на батарейках? В руке носить его? Не, вот там есть. Не, я понял, провода, проводочки. Елисей, не урони ничего. Не, пока ничего не надо. А ты что, смотри, какая люстра хорошая. Только ну, за свечами бегай. За свечей, здрасте вам, здрасте. А это сколько? Это мы не помним, почем? Мы напомним, тысяча. Да, тысяча. Каждая. Это, чтобы забрать, да. Ага. Домашний этот не надо тебе кинотеатр, Катюш? Мне нет, Сереженька. Мне а вот эта вот подставка под картины? Нет, пока что. Все, продастся, мы погнали взаимно. Поехали дальше. Ребенок зовет. Будет нормально, нам и так хватает. Спасибо, здрасте, здрасте. Что ты там выцеганил? И не платила бы за это. Это точно флешка? Ее не курят случайно? Да. А. Он же каждый день был, да. Каждый день. Вот ли дома вышла, постоянно. Потом будете выкладывать. Стояла. Вот такой одессит. Нормально, слава богу. Тенечек. Говорят, что муж не пускает жену на барахолку. Ругается. И что ты там стоишь? Ухо греешь. Подслушивала. А такие приятные мадам, да? И что ли сюда переться? Вышел, поторговал для себя, много же не надо. И хватит. Ох ты что. На что, Елисеюшка, тебе добавить? На гитару давай. Это к папе. Это к папе. Девушка. Могу тебя? Руку? А, выйти. Выходите, выходите, выходите. Не, а она же думает сразу, что если руку, то гадать ей предлагаю. Сидит. Тебе уже нагадали, елки-палки, да. Елисейка, проволока колючая недорого, тебе надо? Это я не знаю, там. Ага. 220. Что, сынок? Так, мам, ну не, мама нормально поступает, она знает, что у папы денег нет, поэтому к тебе и поэтому ко мне и посылает. Я не против. А нам такую собаку предлагали, Сережка. Как кто? Ну это же вот эта порода. Зин. Гиншнауцер? Ну, а чего ж ты отказалась? Не я отказалась, а мы отказались. Вот сейчас пусть меня слушают ребята правду. Mm-hmm. Я согласен был аж сам туда съездить. Куда? Латвия, Литва, Прибалтика? Mm-hmm. Куда? Тут недалеко. Туда. Она говорит, нам такая не надо. А мне очень надо. Это же друг человеческий. 50 гривен. Спасибо. Утром чирикает. Мелания. Элтон Джон, городской бродяга. Пластинки. Так, давай, проходи, Сергей. Да иду я, иду. Катюша, а. Ты не хочешь меня... Отпустить? Ох ты шо. Наверное, туда тебе не надо идти. Ты думаешь? Наверное, вот туда мне как раз и надо. Вот я думаю, что туда тебе, наверное, ну очень не надо идти. Ну, подойдем, да? Ну, сходи аккуратненько, я здесь тенечки постою. А что, там одна? Целая куча, что ты хочешь всего. Ты не пойдешь? Я хочу вообще холодного кваса или горячего кофе, что-нибудь. Меня сушит дико. Да бегу я, ёшкин кот, там что-то кто-то курит. Идем посмотрим. Топчешь, ты говоришь. Я же говорю, ребенка кормлю. Аккуратно. Катюня, машина. Кофе варят? Здрасте. Это вы тут курите постоянно? Да. Салют. А что у тебя вкусное в руке? Это квас цветочный, на меду угощать. Наливай. Не надо угощать, мы покупаем. У него есть деньги. Ты что? А это что, кофе? Кофе. Угощу кофе. Катенька. Ты не поверишь, я мы вот... Я этих работ, ребят. Я гончар. Ты что? Мы с вами созванились когда-то было. Гончар может быть. А не ты нам подарил, прислал такие штуки? Нет, то ребята с Франковска, с Ивана прислали. Кофе сейчас будет готов. Ага. Гончар. Вот я это да. Сейчас сделаю кофе, ребят. Да не, мы бежим. Так не надо торопиться, попейте, елки-палки. Это ваши два? Да. Хотя бы квас. Сейчас угощу. Ты что? Наши. Именные прямо?
Там авторские печати. Да, я бачу, а бачу. Польская 20 в музее стоит, работы можете посмотреть. Польская 20? Да, на третьем этаже. Катюня? Я запоминай. Тут, Катюня, запоминай дорогу, тоже оператор. Ребенок, запоминай дорогу, поедем на этот, в эту. На экскурсию в музей. Какого вы не пили, наша пасека. Квас, любовь моя. Расскажешь, какой? А холодный квас на меду цветочный. Конечно, давай. Я безалкогольный. Я мужу дала, он сказал, что нифига себе. Прет, да? О. Ну что? Еще давайте. Пили такой когда-то? Нет, не пили, очень вкусно. Холодненький, класс. Осторожно. Льется. Там не пьется, там и льется. Блин, я ж не верю. Давай еще. Какое то бесподобие, не надо. Есть бутылка лишняя? Что будет? Я вот женщину вас поставил. Скажи мне. 3 литра надо. Что это знать? Мед получается 800 и квас 100, 1,5 литра. Здесь получается 200. Это вот 1000. Вам 2? Тысячу и скажи. Бутылок? Да. Давай 3. Деньги есть у оператора, сейчас будем. Кто там платит? Миланюшка, тебе не дали, солнышко маленькое, хорошо. На тебе стаканчик хотя бы пустой. Чуточки даже тут. Стаканчик от кваса будешь? Кофе. Стаканчик на угля. От кваса. Натуральный. Возьми за ручку, подруга. Не бойся. А что ж мне бояться? Сейчас закипит уже вот-вот. Шикардос такой. Скажи мне, а откуда тяга, просто сбоку? А, вот там вот? А шо? Блин, настоящая печка. Почем комплект? Две такая печка. За двоечку, да? Сама печка и... Катюня? Смотри, значит, что получается? Она нагревается, обогревает помещение. Да. Из-за того, что керамика, она... Держит тепло и раздает его хорошо. Я покажу, я жарю картошку в тандырах, в тажинах на ней прям. Мясо, картошку. А наливайте, Петя, что я написал. Да вот тоже мне забатался. Сережа, Миланю надо в тенечек. Что, в тенечек? Ну, конечно. Все, ехаем. А мы не планируем дальше идти? Да мы уже пришли, все. Я уже тут нанюхался. Блин, не могу остановиться. Красота. Я много вкусных квасов пил, много их делал. Ну, такого. Хорошо. Скажи мне, ого. На плечо ставь и пройдись. На плечо, смотри. И поехала, да? И попоследнее, пожалуйста, я пошел. А сделай доброе дело. Это твоя визитка? Да. Там в Инстаграме, с обратной стороны, переверни. Вячеслав. Да, Катюня, это я не для себя, а для людей, потому что знаю, что будут хотеть писать тебе комментарии. Подержи QR. Угу. А вот теперь цифры. Зовут Вячеслав и номер телефона. Ты хорошо сняла? Да хорошо, вон мадам все... ну я хочу. Купила, видишь? Да ладно. Да. А ведро вам зачем? За яйца. За яйцами. А где вы их скажи расставите? Скажи мне. Яйца. Разные штуки, вот разного размера есть. Разные турочки, ну, разные чашечки. Хорош. Не, ну ты красавчик. Так, я визитку себе оставлю, если у тебя была крайняя. Где? Давай, пригодится, я буду людям ходить раздавать. Сейчас кофе попробуй. Недорого. Керамика. Слушай, на здоровье. 0,96, 580, 26, 24. Так, ну ты пей свой кофеек, Сереженька. Ну ты поняла, что я хочу такую? У нас дома, туда выходишь под дерево. Да-да, ремонт закончим, и ты себе такую приобретешь, Сережка. Глину сам делаю, да. Глину сам, да? Ну, я глину понимаю, ты как Страдивари не расскажешь секрет, короче. Ага. Но вот за квас мы с тобой поговорим. О, где бутылка делась? Распили. Я понял. Все, стаканчик мой. Елисей, осторожно, машина сзади. Катюша, на. Спасибо. Блин, цветочно-медовый, ребята. Именно вот цветочно-медовый. Вот представьте себе этот вкус. Вот сейчас он у меня и у нее во рту. Бимба. Оператор. А. Ты что, я вам пью кофе, короче, а... Вкус на губах кваса перебить не могу. Смотри тудой, а? Туда даже опасно ходить. Сейчас Елисейку не поведем, ребята. Собачий рынок. Ты что, там животные, кошечки, все, что хочешь, там попугайчики. Давай, другим разом зайдем, идем. Люстры смотреть. Да чтоб ты была здорова с этими люстрами. Елисейка. Он чуть-чуть вперед пошел. А где он? Чуть-чуть впереди там. А, вижу его. Ох, какое блюдо. Шикарное. Ох. Да? Под фаршированную рыбу. Мне нравится. Кто? Тот фазан? Нет, блюдо вот это. Ну, фазан тут такой. Это самовар, все классно. Ты не видишь, Алине чашечку не попадается тебе? Ничего. Она вот такая ровная, как рюмочка. Да-да, я знаю. Миланюшка, пошли, ты моя хорошая. Не расстраивайся.
зацепил это вчера ручкой, я тебя умоляю. Найдем или не такой, а может набор целый весь найдем. Ты что там, коллекция молотков, ты видела только что? Да ладно, тебе оно не надо, просто коллекция, да? Что это, с пупырышками? Покажи, а, нифига себе! Ты что, китайцы, обалдеть, такое придумали, ты понял? Ну, Катюня, да, и нога массажируется. Клава. И красиво. И красиво это тоже. Или Сережка, да, забери у меня, потому что у меня руки. Ага, спасибо огромное. Можно мне еще глоточек? Кого? Кофейка? Да, один. А что ты стеснялась? Он нормальный парень. Я говорю, она говорит, не надо, некрасиво, так не принято. Мне просто твоей простоты да. Позаимствовать у тебя нужно. Предлагают, бери, не предлагают, но попроси. А как-то вот попереместились, да? Ой, египтология. Как там, у кого? У этого. Ты себе что-нибудь присмотрела или себе безопасное? Да нет, все ему никак не повезет. Слушай, а ты же смотри себе, может, игрушу себе найдешь. Ты боксер, смотри, какие перчатки хорошие. А ему тебе маленькие уже? Нет, тебе хорошие, но ему груша нужна. Так вам две. Две груши надо? Угу. Миланька, ты будешь на? На. На, пей. Что, ты Елисейку? Не, ребята, Елисейке игрушку присмотрела? А? Непристойно это или достойно? Это интересно. А, Люля, водичка тебе не нужна? Фу, боже мой, какая жара! Принтеры, часы, какие хочешь. Что ты говоришь, сынок? А ладно, пойдем потом, ладно? Договоримся. Вот, это раньше вот такие вот деревянные. Ракетки, да, у меня такие были. Сейчас для бадминтона. Сейчас они разные, сынок, есть. Есть тоже деревянные, какие хочешь. Идем? Что там, Катюня? Да просто так прошлась, много старого такого, интересного. Ага. А вдруг что? Приглядится. А вдруг да. Приглянется. Термос. Да. Маме вашей не надо? О, да. Слышь, ты люстру себе хотела, посмотри, какая непонятная. Вот это. Что это? А что это? Это... Бабухи? Нет, да нет, вряд ли это бабухи. А, не, мегапиратка, да, это оставь, чтобы в руках не разорвалась. Не, я думал, то мух ловить. О, телефон какой цикавый старый. Да. Поломанный. Смотри. Рулетка. Елисейка, чтобы ты понимал, вот здесь вот... Нет, это не рулетка, это здесь кино какое-то, понял? Миланька, так кино говорю, что ты не веришь мне? Ой, Елисеюшка, поправь, пожалуйста. Смотри, а, картина маслом. Что ты говоришь? Я вот тут про дерево, елки-палки. Ну что, во всех них что-то есть. Да. Идем ребенку печенье поищем. Миланька, смотри, какая Кытя. А? Смотри, какой рыжий красивый, прямо как твой Моня. Щеночек такой красивый. Ого, Катюша. Что это? Который час? Почти столько. Ты посмотри, 7:40, обалдеть. Вот это да. Шикардос. Это где же их такие откопали? Где-то Титаника какого-то? Не знаю. А, это карманные часы капитана, я понял. А? Часы еще не видел. Да, здесь такое интересное. Иди сюда, я тебе часы покажу. Сейчас посмотришь. Смотри. Ой, сейчас покажешь, а я посмотрю. Аккуратно. У тебя же не было такой? Не было. Не было? Да.
Ты что, ты рисуешь? Пошли, это первый iPad графический. О, я тебе что говорил? А. Коромысло мне надо? Ох, класс. А? Класс. Коромысло? Недорого надо? А почем оно сегодня? Вы же продаете. Да? Эх ты что, так это как это, хорошее такое и самому надо, как в том мультике. Такая кобыла, ага, корова нужна саму. А почем? Я просто гоню иногда, мне... Ладно, пока руками поношу, Катюшка. Идем. Коромысло. Что? Хочу по-большому, он говорит, чтобы диски скользняк стать не могут, говорит, давай в окно. Говорит, а то у нас пацаны опустят. Он как едет, засовывает задницу, два сзади на запоре едут. Он как плюнул, подбирает лицо, говорит, ты видел, как плюнул? А что плюнул, так как щеки надо. Да. Эх ты. Оператор, погнали. Да, часы классные. Какие? А вот они, ты видишь? Да нет. Как у Армена, шо-то нет. Интересно. О, это ближе сейчас к твоей тематике. Краники, смесители. А что ты, посмотри, какие есть. Фу, черные. О, ретро, как ты хотела, с крутилками. Ай, барахолка, барахолка, кто в песах, а кто в наколках? Но тут же, наверное, не гоже покупать, да? Сережа, смесители. И о, смотри, я тут что-то такое красивое. Платье, а? Примерил платье Кате, и пошло оно по швам гулять. Здравствуйте. Красота. Здрасте. Что? То? А, ну, о, точно. Елисейка рядом? Елисейка где-то на Молдаванке. Барахолка ульем гудит. Много здесь хорошего всего. Тетя, сколько стоит ваш прикид? А сколько вы дадите за него? Ну и что? Елисей, нашел себе что-то? А это что, железный настоящий? Обалдеть, без курка. Тыш-тыш-тыш. Тыш. О, Катюня. А. Держи. Ходуночки? Смотри. Ага. Да, ну я против этого. Милане, Феррари не надо? Фирма. Фирма, согласен, настоящая. Италия, елки-палки. Все работает. Ты что, даже ногами не надо дергать, она сама едет, ты понимаешь? Только дрын тык 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 и поехали. А паровоз? 100 баксов новая. Ага. А сейчас за 1000, да. Эх ты! Продешевил, да. Да. Сейчас где-то всплакнул этот, кто он там, Энсо Феррари? Да, Энсо. Эх ты, Энсо. Так это сам Энсо. Коньяк, ты понимаешь, ты шо? Рюмку тебе, рюмку мне, ребенок. Запрещено законом. Все, закрывай, не надолго. Это не коньяк, это жидкость для протирания головки на магнитной... А после слова головки больше ничего уже не говори. Жидкость для протирания головки. Погнали. Ира к тебе пришла. Иди, моя принцесса. Ага, да устала же, конечно. Сидеть. О, Сережа, смотри, шо? Там синими ручками целых три разных стоят. О, смотри, друзьяки, эх ты. Миланька, выпускай тебя к ним туда. Смотри, да, какие здоровые красавцы. Она сейчас перестанет сразу плакать. Ага. Пришли. Ты что? Эй! Ай, ножки, да? Катюня, я понял. Вот те три маленькие тазика, она недавно купила вот такой же, только очень большой. Здоровый. Я говорю, что это? Ваза ночная. Я говорю, будем в доме... Зольник. Будем жить. А она сказала, что это? Зольник. Зольник. Да, да. Катюня, я пока сидел, маленькую рынду нашел. Слышишь, а чего нет? Сколько стоит? Не знаю, почем она? 400. Ну, не долларов. Потому что у тебя, что напротив, там в долларах все. Елки ты палки. Ага. Гривна все, наша ледненька. Слушай, так тут есть разные. Большие, маленькие, а вот.
Вот это, да? Да. Морская. Побольше, чуть-чуть дороже. Вижу, вижу, вижу. А ну-ка. Ну, мы же в Одессе. Да. Она может измениться. Можем и договориться. Не, это красивая, но та звучит лучше. Да. Сейчас надо покумекать, но я уже знаю где. А этот звук, Катюша. Алтайский. Ты шо? Ну, даже не вот малиновый. Эту маленькую хотя бы. Какую? А мне очень понравились вот эти эту? Ложки, да. Вот еще есть. Не, вот той звук лучше всего. Вот это? Да. Как-то она такая, тематика у него одесская. Да, надо что-то понежнее, ну и приловчиться. Катюня, ты что? Это лучше хорош, всего. Да, в коня своего дергать, елки-палки. Слушай, мы сколько здесь проходили, сверху, ничего здесь такого не видел я. Я всегда здесь останавливаюсь. Ты посмотри, здесь сколько только этих рындочек а маленьких. А вот это для чего, ты не знаешь? Это такой, смотрите, у нас пришел. О, Наполеон. Бонапарт, хороший. Сколько такой колокольчик? 1300. Тяжелый, бронза, это правда. Дать потрогать. Мадам, Наполеона дать потрогать. Конечно. Очень приятный. Ну, Катюша, я вот эту хочу штуку ходить, короче, к тебе вот это вот заходить. И колпачок тебе. Опочивальню, да. Мне нравится. Берем. Берем. Ой, ты что, угорелая. Давай, лет через 40 точно возьмем. Ты знаешь, здесь много всего. Все, спасибо огромное, мы погнали дальше. Тут у вас, конечно... Перестала, да. Дали колокольчик. Как вы снимаете сразу? Позировать? Все. Ты видишь, как вот коты? Это называется? Это гаситель для света. Я знаю, как называется. Тушило еще говорят. Тушило. Или там гаси это. А подрезать фитилечки где-то? Это оно и есть тоже. Она же фитилечка. Вот, смотри, вот сюда. Ты понимаешь? Ну, вряд ли. Вот так вот, как это? Это Сережа на привоз нести, чтобы он натащил. А его не надо, ты его не подрезаешь, больше заламываешь. Ты здесь его не сделаешь. Это такое, да. И в этот кармашек попадает сюда фитилечек. Мне такое нужно. А в баночке, если у меня как засунуть? Катя. На, ты угорела. Я тебя здесь оставляю. Елисей, угомоните вашу маму. Давай. Положи, где ты взяла. У меня ребенок на руках. А ты оно мне надо, пошли давай. Лисейка, кати тачку. Ту маленькую рындочку ты не будешь брать себе? Кати, сынок, этот Мерседес. Набор? Двумя руками. Давай мы покумекаем. Ну хорошо. Ну хочется же для людей стараемся. Мы же, получается, то, что в ресторане есть. А сейчас мы уже и на стройке, и где-нибудь можем снимать. А люди просят, начиная видео с рынды, как ты нас присадил. Ну ту рынду тяжело за собой таскать. Так что найдем какую-то маленькую, я буду или тебя наоборот, большую. В каждом видео, аккуратно мадам идет, в каждом видео будем начинать со звука рынды. Спасибо вам огромное, будьте здоровенькие, до свиданечка. Все, ох, у вас тут нормально, Елисей тебя тянет к холодному, оставь ты в покое, ты что? О, вон, все, как жизнь молодая, все нормально? Великолепно. Да, конечно же, куда же мы без него? И карасики, и сомики, он сейчас заехал ко мне, сом такой килограмм на 15. Так что сделаем, ты что? Вот это да, вот это, любой. Вот это по нарастающей, да, это хозяин стада. Вот это что-то тоже, да. Где она? А, есть. О, вот это жир. Ты что? Да. Не, вот это вообще, а почем вот эта прелесть? Я понял, да. Это так уже как вообще четверка как бы. Ну уже как бы, скажем, как для своих трешечка. Да, я понял. Штуковина, конечно, не оригинальная. Я понял, да, только сам этот, сам якорь. Это нюанс небольшой. Елисей. Да, откуда идет звук? Ну, звук благороднейший, просто именно то, что доктор прописал. Ну, Катюня. Сто процентов, да. Что это? Да оставь ты эту игрушку, елки-палки, хорошая. Не, понятно, что игрушка, да. За игрушку. Иди еще работай. Пошли.
Не, просто у него есть 200 гривен, он не знает, куда их потратить. Ну, да. И вам всего. Катюша, я, кажется, знаю, где... Что? Где я буду кредит оформлять. Ага. Вот таки на эту. Ну, приятно. Одесская киностудия. 100%, а это про нас. Ёшкин кот. Одесской киностудии всегда, когда начинались фильмы снять. Мы вернем этот звук, и все будет нормально, а? Липа Ван Продакшн. Хлобысь, понеслась. Есть дополнение. Это самое главное. Все, ребята, вам всего самого наилучшего. Будьте здоровенькие. Всего доброго, до свидания. Погнали. Какому идем заворачивать, куда надо уже? Елисейка, что ты уже делаешь? Страдает. Страдает он. Мультитул у человека случился. И сколько стоит? Там мы с дядей еле сторговались. Применил, хотел применил. Много, я сказал, что у нас есть чуть-чуть. Он говорит, добавьте немножко. Я говорю, ну так что ты у ребенка заберешь последний. Короче, дали, все хорошо получилось. Ага, мультитул есть. Что ты еще купил? Коврик? А коврик для чего? А это я тебе сейчас объясню. Это вот видишь, именно вот так вот устроена барахолка. Компьютера нет, ага. Мышки нет, но коврик ему надо. Ты перед кроватью положишь? Или подумаешь? Да просто пригодится. Короче, друзья, я все души с хорошим настроением для вас сегодня. Замечательно гуляли по барахолочке. А есть Килипан. И вот такой замечательный ребенок, правильно? Всем пока-пока. Чао.